апостол Федор был дворником в летнем саду зимой. Он встретил девушку в длинном пальто. Она сказала: пойдем со мной. Они шли по морю 14 дней. Слева вставала заря. Теперь не ждут по дороге в Дамаск, когда ты придешь в себя. Над Москвой рекой встает собачья звезда, но вверх лететь тебе не с руки. В марокканских портах ренегаты ислама ждут, когда ты отдашь долги. Во всей Смоленщине нет кокаина, это временный кризис сырья. Ты не узнаешь тех мест, где ты вырос, когда ты придешь в себя. Оживление мощей из святого бедла, вернисаж забытых святынь. Ты бьешься об стену с криком «Шила взье», но кто здесь помнит латынь? А песни на музыку белых людей все звучат, как крик воронья. Тебе будет нужен гид-переводчик, когда ты придешь в себя. А девки все пляшут, по 14 девок в ряд. И тебе не вдомек, что ты видишь их, потому что они так хотят. Скажи, почему их весна важней твоего сентября? Скажи, а то встретишь святого Петра скорей, чем придешь в себя. Чего ты хотел, все здесь кажется сном. Лишь далекий звук одинокой трубы, тот самый, что мучил тебя. Я сказал тебе все, что хотел, до встречи, когда ты придешь в себя.